На конкурс «Дети читают стихи». Город Севастополь, Мамонов Дмитрий, 11 лет. Василий Лебедев-Кумач, Севастополь. Восстанет с пепла Севастополь, герой прославленный навек. И каждый уцелевший тополь взлелеет русский человек. Те камни, где ступал Нахимов, нам стали дороги вдвойне, когда мы нашей кровью вымыв, вернули их родной стране. Израненный, но величавый, войдешь ты в летопись веков, бессмертный город нашей славы, святыня русских моряков. И наши дети внукам нашим расскажут в бухте голубой, как гордо ты стоял на страже, прикрывши родину с собой.